чего вы ждете от этих праймерис? Я жду. Лично я жду, что у людей, которые знакомы со мной, либо разделяют мои ценности, будет возможность поддержать меня и почувствовать, да, то есть в случае моей победы, что мы вместе можем сообща делать реальные шаги в этой новой сфере под названием политика. И поэтому праймерис, предварительное голосование, это для меня и всей моей команды такая возможность первой победы. Мы очень хотим, чтобы это получилось у меня и у тех людей, которые меня поддержат. Юлия, и еще вопрос. А вот, на ваш взгляд, депутаты различных уровней, их состав сильно изменится после дня голосования, уже не после праймериса? Ну, на мой взгляд, немножко в будущее. На мой взгляд, есть вектор, да, на обновление, на именно обновление не в виде персоналей, да, вот, а именно тех людей по своей формации, которые идут в политику. Если бы меня спросили там 10 лет назад, я бы категорически сказала, что нет, я никогда не буду в этой сфере развиваться, либо строить карьеру. Но сейчас то, что вокруг нас, да, то есть те возможности, которые у нас появились, представлять интересы той сферы, в которой я работаю, тех людей, с которыми я общаюсь каждый день, эти возможности реальны, и, на мой взгляд, таких людей, как я, стало достаточно много, и я надеюсь встретиться с ними как раз-таки после дня голосования уже в структурах законодательных органов власти.